Главпахарь представляет. Компания Хорш презентовала новый роботизированный автономный посевной комплекс «Роба». Техника уже выехала на свой первый полевой сезон и провела посев кукурузы на европейских полях. Впервые концепт машины был показан брендом в феврале этого года. Техника не имеет кабины и является полностью автономным агрегатом. Новая разработка получила усиленную раму, вместительный бункер, двигатель с тепловой пневматической системой и гидростатическую трансмиссию. При этом машина также получила ряд камер спереди тягового устройства и специализированные гусеницы, напоминающие двигатели с 900 Терратрак. Капот прототипа новой автономной сеялки напоминает конструкцию самоходных опрыскивателей LIP 5330 и 5350. В рамках первого тестового посева гусеничный силовой агрегат работал в паре с соединенной 24-рядной сеялкой «Маэстро». Учитывая тот факт, что прототип все еще проходит испытания, роботу пока не разрешается функционировать полностью в автономном режиме без участия человека. В ходе эксплуатации техника использовала управляемую систему Trimble в пределах максимальной дальности 600 метров. Такое решение подразумевало присутствие оператора рядом с устройством, который при необходимости мог обездвижить агрегат с помощью системы радиоуправления. Узнавайте первыми актуальные новости сельхозтехники России и мира на нашем официальном сайте «Главпахарь», а также на страницах Facebook, ВКонтакте, на каналах Telegram и YouTube.